я не был на войне. Вы поверьте, как Высоцкий в тюрьме не был. А я не знаю, зачем позвали. Видно, нужно стало так небу. А мне на днях-то юрок звонит, в юбилейном говорит вечер, тех, кто павших друзей помнит, и назначил мне здесь встречу. Я по памяти сразу пробежался, телефонную, то есть перелистал книгу, а в ней лишь Джон да Булат остался. Так они живы и здоровы, слава Богу. А что другие звонить перестали, поросла травой быльем кручина. Видно, мы безнадежно отстали. Видно, важная у них на то причина. Вот уж 10, как Роберта нету, да и Стас на нас с небес смотрит. Перечислять не буду, так помню, словно родный всю свою роту. Эх, лечить, не залечить раны, если вдруг ампутировали душу. Каждый день я встаю рано, чтоб с утра тишину послушать. А возьму-ка я с собой сына, пусть друзьям отца в глаза посмотрит, пусть услышит, как молчат мужчины, вспоминая каждый свою роту. А я не был на войне, вы поверьте, как Высоцкий в тюрьме духом не был. А я не смог прийти на вечер, вы простите, видно, нужно стало так небу. Высоцкий в тюрьме духом не был, а я не смог прийти на вечер, вы простите, видно, нужно стало так небу.